Всем привет! С вами опять Комаров Виталий. Опять у меня очередная посылочка. Здесь, по-моему, какой-то USB-порт у меня прислали. Посмотрим, что за качество, что за дрянь такая. Имеет ли право она вообще на существование? Сейчас все увидим. Долго я их ждал. Посылочки что-то долго идут. Просто жесть. Вот такие USB. Так, это папа, по-моему. Папаня. Как всегда, проблем с этим пакетиком. Так. Вот так вот оно выглядит. Это все должно собираться так. Ну и защелкивать. Защелкивать мне почему-то не хочется сейчас. Потом расщелкнуть это будет тяжело. Так, одна такая, другая такая. Это можно защелкнуть. Как и что, в какую сторону вкладывается. Так. Это. Блин, она не лазит. Ни хрена. Она сюда не лазит. Эмбалы. Чем тебе сюда запихнуть-то? Что, так что ли? С этой стороны что? Не, ну если так, то это не катит как-то, ну, глубже должно быть. Эти кончики должны вернуться. Вот он на месте стоит. Первый раз получается эту хрень. Ну что-то оно вот в эту сторону не влазит. Что-то здесь с этой штукой не то. Вот в эту половину она влазит. Вот как она влазит. Довольно-таки нормально, хорошо ложится, имеет свои упоры. Ну в эту половину. Она что-то не особо хочет. Не до конца ее в пипиху ходить. Не так. Что-то она тут свое место не находит. Так что я буду со всей этой хренью разбираться. Вот такая вот штука пришла. Стоит она копейки. Ссылочку на эту всю хрень я выложу в описании. Спасибо, Покедова.